Ну что, нормалек россияне, да? Сколько вы убили жителей в Мариуполе? Пожилых, неходячих, больных, детей, которые не знали, куда бежать. Взрослых, сколько вы убили? Сталинград, думаю, даже и курит в сторонке. Это я говорю про 56 дней блокады. Ленинград тоже курит в сторонке. Ленинград и Сталинград не пережил того, чего пережил Мариуполь. И сейчас вот этот Мариуполь, который, я не знаю, умер он или у него там что-то еще колыхается. Вы из этого Мариуполя забираете тех мужчин, которые там еще есть. Даже если у них нет российских паспортов. Даже если они едут через блокпост куда-то. 20 тысяч мариупольских мужчин, или даже 80, я какую-то цифру сумасшедшую видела, обязаны и имеют одну неделю на то, чтобы они явились в военкомат после получения повестки. Какой повестки? Они пережили 56 дней блокады. Они видели, как падают российские бомбы. Для них война началась такая, как никакая вообще нигде, ни в какой стране. И сейчас они должны еще раз умереть. Вот вам того было мало. Они должны еще раз умереть. Умери, Мариуполь, просто умри. Мариуполь, вот сделай так, чтобы тебе вообще не было, чтобы ни города, ни памяти о тебе, ни мужчин, ни женщин, ничего. Это не то, что знищивание россияне. Это не то, что геноцид. Это какая-то садистская ненависть к этому городу.